Я хотел бы просить вас, чтобы мы всегда вместе организованно проводили мероприятия, как такие, так и, соответственно, более узкие, по притравке, на гонке собак и так далее. В военно-охотничьем обществе продолжается работа по совершенствованию испытательно-притравочной станции «Бурская нора», которая находится на территории Ломоносовского района, Приморское охотничье хозяйство. Мы надеемся, что в ближайшие где-то 1,5–2 года мы, наверное, все-таки завершим там работу, и она будет работать в полный рост. Желаю вам успехов на сегодняшней выставке. Желаю вам крепчайшего здоровья. Всем охотникам ни пуха, ни пера. Эксперт в ринге русско-европейских лаек. Кобели Шавров, Суки Акишев. Значит, 52-ю выставку охотничьих собак объявляю открытой. Уважаемые участники выставки, уважаемые зрители, прошу минуточку внимания. Закончена экспертиза ринга младшей возрастной группы. На ринге представлено 5 собак в возрасте от 10 месяцев до 1,5 лет. Все представленные в данном ринге собаки получают допустимо высшую для данной возрастной группы оценку. Очень хорошо. Ровный породный ринг. Но супер яркой, супер блеской собаки в ринге нет ни одной. Все собаки очень породные, только, в общем-то, замечания такие, которые нас заставили посовещаться по оценке, были последней собаке. У нее все-таки больше недостатков намного по сравнению с другими, но еще она не совсем готова к выставке, еще не умеет ходить. Я думаю, что это в будущем все вопросы по оценке и после развития все вопросы будут сняты. Вот. Первая в данном ринге собака. Достаточно яркий представитель породы, в хорошей выставочной форме, с очень прекрасной породной головой. Голова правильных форм и пропорций. Сухая, клинообразная, с достаточно широкой затылочной частью. Длина морды несколько короче длины черепной коробки. Очень прекрасных чистых линий. Хороший темно-карий глаз. Чуть-чуть на выкате. Из недостатков этой собаки это краб на передних лапах. И собака в младшей возрастной группе, но она несколько загружена. Вот. Вторая собака в ринге. Она как раз в очень хорошей выставочной форме, в очень хороших правильных кондициях, с хорошо развитым костяком и мускулатурой. Первой собаке в основном проиграла головой. То есть еще у этой собаки голова в стадии
формирования, не такие чистые плавные линии, желательно более развиты скулы, крупновато ухо и несколько широко расставлено. И еще эта собака немножко высоко зада. Следующие две собаки. Вот здесь их подвела на сегодня выставочная форма. Собаки в разлинке. Могу сказать, что вот здесь тоже у собака это, если сравнивать ее с первой, но если это ближе к нижнему пределу стандарта 49 сантиметров, то эта собака выше среднего роста. Также с очень породной, хорошей головой, очень правильных форм и пропорций, прекрасный темно-карий глаз, именно не запавший и не на выкате. Очень правильно расположен. Ухо небольшое и не маленькое, правильного постава. Основное ее вот на сегодня это то, что она шерстный покров у нее очень типичный, но собака в разлинке и свой подшерсток еще не набрал силы. И такой возрастные недостатки для младшей возрастной группы, собака еще, грудь у нее недостаточно широкая и глубокая. Следующая собака, вот также собака в разлинке, головой она проигрывает несколько предыдущей собаки, желательно голова чуть пошире в черепной коробке и ухо крупновато, при этом хорошо поставлено. И самое главное, что здесь у нее тоже как бы недостаточно, у этой собаки тоже грудь недостаточно широкая и глубокая. И на сегодня она несколько вздернута на ногах, а это, в общем-то, существенный недостаток. Но недостаток возрастной. Хочу сказать, что у всех собак очень хорошие конечности. Нету прямозадых собак, нет. С неярко выраженными скакательными суставами, что, в общем-то, является основным недостатком у русско-европейских лаев. Ну и последняя собака. Так же, как и первая, она не совсем в выставочной форме в плане... Собака чуть загружена, перекормлена немножко, владельцы очень ее любят, наверное, хозяйки особенно. Папа, я нет. Вот. Собака более растянутого формата, составными представленными. И по голове тоже, голова правильных породных форм, но линии желательно чище, тоже желательно более развиты скулы. Длина морды у этой собаки совсем немного короче длины черепной коробки. То есть чуть-чуть бы еще, и это был бы уже очень серьезный недостаток. Рисковат переход от лба к морде за счет несколько переразвитых надбровных дуг. И глаз кругловат. Первая в ринге у нас, она же еще и классная собака, имеет диплом третьей степени по кабану, поскольку она прошла первая в ринге, она поэтому первая еще и в племенном классе. Получает диплом, большой серебряный диплом, большую серебряную медаль. И два мешочка. Два приза. Поздравляю. Поздравляю вас. Успехов, ребята, всего отлично. Закончился ринг. Кобелей. Порода русско-европейская лайка. Младшая возрастная группа. Возраст от 10 месяцев до полутора лет. Все
7 экспонируемых кобелей получают высшую оценку младшей возрастной группы очень хорошо. Первый кобель – яркий представитель породы, хорошо развит костяк, шерстный покров, прекрасная высокопородная голова, параллели лба и морды ярко выражены, переход от лба к морде выражен, крепкая спина, поясница, круп, постав конечностей параллельный, мускулатура развита, сухого, крепко, типа конституции, незначительно выражен подрыв. Но это еще собаки, особи, у которых не сформировалась мышечная система, сочленение костяка двигательного аппарата, поскольку они ходят в другой раз расхлябанно. Вот у нас второй представитель. Баки присутствуют, муфта, холка хорошо выражена, все у него в порядке. Второй кобель. Он, единственный его недостаток в том, что он не умеет ходить. Это вина не собаки, это стопроцентная вина владельца. Вот. Глаза карие у всех, недостатков глаз нет. Немножко сыроваты уголки губ. Вот. А так тоже хороший костяк развит. При стойке слабит спинку. Но это при стойке просто собака расслабляется, мышцы свои. Уши у всех прекрасно поставлены, острые, что требует для породы. Этот кобель тоже очень породный кобель, но незначительно. Здесь немножко еще, не сформировалась черепная коробка, если верить трудам и опыту кинологов, которые стояли у основания пород вообще охотничьих лаек и других пород собак. Окончательное формирование черепной коробки во всех породах заканчивается к 3 годам. Вот. Поэтому тут еще такое небольшое, так, выпуклость есть. Вот. И краб на лапах, тон недостаток, тон окраса. Ну что поделаешь, он и присутствует. Так, покажите его сюда. Прекрасный шерстный покров. Ну, ниже среднего роста для этой породы. Так, при ходьбе немножко тоже вот у него мускулатура не скоординированная, у всех не скоординированные движения. Вот при стойке горбит спинку. Ну, это уже тоже виновата дрессура. Кобель на верхнем пределе роста. Немножко. У него бедновато одежда, бедноват шерстный покров. Нет магнетизирующей муфты, немножко вывернуты локотки вот при стойке, чуть распущенные пальцы. Но это младшая возрастная группа, возможно, он еще дойдет до своего. Ну, только вот вывернутость локотков, трудно сказать, исчезнет она или нет. Вот. Незначительно удлинен щипец, ну, он равен, если вот посмотреть даже просто визуально, равен длине черепной, даже короче длины черепной коробки. Ну, все соответствует росту. Ну, это практически еще щенки, они только-только пришли сюда. Ну, излишняя любовь владельца. Вы простите меня, я всегда говорю, не надо перед выставкой собаку держать возле самооткрывающего холодильника. То есть переразвита подкожная жировая клетчатка, она делает собаку как бы плюшевой такой, играющей. Особенно для младшей возрастной группы это очень нежелательно, закормлено. Вот. А так все соответствует. Ну вот он сейчас стоит, ему безразличие вот ко всему, спокойный. Ну вот загруженность мешает. Так. На нижнем пределе, возможно, еще подтянется. Они до среднего возраста еще рост идет. Замедленный, конечно, но идет. Поднимите, пожалуйста. Прекрасная голова, высокопородная. Но уши он развесил, потому что ему наша вот эта вся канитель, атрибутика не к ним, не, как говорят, не к душе. Тоже у собаки есть и душа, и ум, и интеллект. Вот, он стоит так вот безразлично. Ухо высоко поставлено. Нижний предел его. Вот эта собачка у нас
Очень хорошо. Этой собачке у нас так подискутировали немножко загруженность. Ну, здесь молодая собачка, сколько ей? Год, почти. Год, вот. Она немножко засижена, но идет спокойно в ринге, все. Голова высокопородная, небольшая, вот. Небольшая, вот, на носике тут выпуклость, да, вот, небольшая. Кроме, вот, головы, кроме хвоста, есть еще у собаки ноги. Вся эта двигательный аппарат, за счет которого собака тоже проявляет свою пригодность на охоте. Работоспособность зависит не только там от горбинки или там чуть широковато поставлено ухо. Там много параметров. Ну а здесь выставка. Были представлено 7 собачек. 5 собачек награждаются большими серебряными жетонами. Дорогой Иван Лукаш, прошите от лица русских европейских клавишников пожелать вам здоровья, счастья, и чтобы собачки ваши гумкали по уму, и хлеба мало ели. Спасибо, давайте руку. Уважаемые зрители, закончена экспертиза ринга средней возрастной группы СУК, русско-европейских лаек. На ринге представлено 10 собак в возрасте от 1,5 до 3 лет. Достаточно сильный породный ринг, особенно первые 5 собак. В ринге получили собаки следующую оценку. Первые 7 собак оценку отлично, 3 последних оценку очень хорошо. Первая собака. Очень породный, блеский представитель породы русско-европейских лайки. Собака в прекрасной выставочной форме. Чуть выше среднего роста. Близкого квадрату формата. Очень типичный шерстный покров. Очень породная голова. Хороших форм и пропорций. Хотелось бы, может быть, чтобы чуть-чуть длина морды была чуть более короче. Но она в стандарте, она несколько короче длины черепной коробки. Собака прекрасно себя показывает в ринге. Достаточно высокопередая. Более выраженные скакательные суставы. И за счет этого создается впечатление высокозадости. Сейчас мы видим, собака стоит, у нее этого нет. То же самое можно сказать и о второй собаке. Вторая и третья собака очень однотипны. Произведен замер, собака 53 сантиметра ростом, это выше к верхнему пределу стандарта. Обе собаки более растянуты по сравнению с первой. Вот. У второй собаки превосходная, пожалуй, лучшая по плавности линий в данном ринге голова, но также по пропорциям примерно то же самое можно сказать, что и про первой собаки. Длина морды хотелось бы, чтобы была еще немножко короче, чем у нее есть. Вот, собака в прекрасно выставочной форме, с очень хорошим темно-карим глазом. И чуть уступает ей третья собака по голове, в части именно ушей. То есть это более широковато расставлены уши. И у второй собаки по сравнению с третьей более развитая мускулатура. Эта собака чуть-чуть рыхловато. Четвертая собака, она близкого квадрату формата. Собака ближе к нижнему пределу роста, с хорошей породной головой, но желательно чуть более развиты скулы.
И не такой, нет такой вот плавности, чистоты линии по голове, как у первых трех собак. Четвертая и пятая собаки тоже очень между собой однотипны. Собаки очень богато одеты, при очень хорошем подшерстке выраженном, чуть-чуть длинновато стевой волос. Но при этом, особенно вот у пятой собаки, лучшая собака по выраженности муфты и баков, что является одним из породных признаков, обозначенных в стандарте. Собака с очень хорошей головой, хорошего формата, близкого к квадрату. Следующая собака при однотипности уступает несколько предыдущей собаке по формату. Тоже достаточно чистая породная форма головы, светловат глаз. И здесь последняя на отлично в этом ринге собака. Она среднего породного роста, стандартного формата. Собака с хорошо развитым костяком и мускулатурой. Немножко собака в не совсем выставочной форме, в стадии разлинки. И слегка, чуть загружена. При достаточно породной голове, но у данной собаки чуть выпуклый лоб. И здесь три собаки, которые на сегодняшний день получают оценку очень хорошо. Вот по этой собаке могу сказать, что она не совсем в выставочной форме, сильно, очень сильно выражен подрыв у данной собаки, излишне. Как бы. Вот это основной ее недостаток, который на сегодняшний день не позволил ей получить высшую оценку. Хотелось бы, чтобы была посуше сама морда и чуть более выражены скулы. Но то есть в будущем, я думаю, что когда вот уйдет недостаток по подрыву, собака вполне может получать высшую экстерьерную оценку. Что не могу сказать про этих двух собак на сегодняшний день, но будем надеяться, что это еще средняя группа, собаки еще в стадии формирования, но на сегодняшний день собаки тоже, кстати, очень однотипны, но вот предпоследняя в ринге, она чуть превосходит последнюю костяком, при этом обе собаки несколько растянутого формата, головы породные, но хотелось бы, чтобы более были выражены скулы. У данной собаки чуть несколько сыровата губа, крупновато ухо. То же самое и у последней. Недостатки. Несколько растянута собака. Недостаточно развиты скулы, излишне выражен подрыв, сыровата губа. Европейская лайка. Кобели в возрасте от 1,5 до 3 лет. Это уже кобели сформировавшиеся, хотя некоторые еще, которые только перешагнули рубеж в 1,5 лет, они еще не подготовлены, но основная масса их уже это кобели-производители, которые согласно их бонетировочной и оценочной, так сказать, стоимости пойдут дальше на продление рода этой породы, русско-европейской лайки. 8 кобелей получают высшую оценку, оценку отлично. 8 последующих кобелей, это тоже высокая оценка, очень хорошо. Они все соответствуют параметрам, параметрам породы, но у них из-за ряда недостатков, которые не позволяют получить высшую оценку. Вот, там светлый глаз, у кого-то переход от лба к морде неправильный, там другие. Так, первый представитель.
яркий представитель породы русско-европейская лайка, среднего роста. Прекрасно выражен половой диморфизм, холка, голова высокопородная, баки, муфта. У него карий глаз, даже темный глаз, но когда вот на солнце, тут получается так, что немножко подсвечивается. Высокопородная голова, черепная коробка высокопородная, щипец незначительно короче черепной коробки, выражен для породы переход от лба к морде, выражены скулы, правильно поставлена конечность, параллельные, крепкая мускулистая спина, поясница хорошая, слегка выпуклая, хвост в тугом кольце на правое бедро, выражены скакательные суставы. Вот одежда, все прекрасно. Ну вот начальная стадия разлинки. Почему второй кобель проиграл свое первое место? Ну, трудно сказать, что у него за травма. Он стал горбить не только поясницу больше, как положено для стандарта, а даже спину при ходьбе и как бы подтягивать правую заднюю лапу. Возможно, какая-то у него скрытая травма. Ну, мы не можем это, так сказать, не заметить. Вот даже эту мелочь. А так он тоже прекрасная высокопородная голова, хорошо сложен. Ну, при стойке немножко вот он слабит спинку. Это не слабость спины, это просто есть такое понятие там в собаководстве — переслеженка. Вот она, переход немного выражен от холки к спине. Все нормально. Третий кобель тоже прекрасная голова, все. У него стадия разлинки. Сейчас как-то изменчивость какая-то наступает во всех породах, лаек, наверное, и в других породах. Вот собаки начинают рано линять. Не только начинают линять, вот суки там в зависимости от течек, от лактации. Кобели, ну это я из своего личного опыта могу вам сказать, из своих личных наблюдений, так сказать, небольших. Рожденные собаки зимой всегда линяют зимой, а к летним выставкам они ходят как медведи одетые. Некоторые вот начинают говорить, что кормят там пушновитым. Ну, это на совести тех, кто вот эти провокации дает. Я это не даю. Вот он в разлинке, прекрасный кобель тоже. Ну, немножко у него прямоватый. Чем он проигрывает? Прямит вот скакательный сустав вот при стойке. Так тоже, вот все кобели эти довольно уравновешены. Я не буду останавливаться там на коготках каждой собаки. Я думаю, всем понятно, почему вот на таких отличительных только моментах. Хорошо сложенный кобель, ниже среднего роста, прекрасная голова. Ну, немножко он легковат. Чем он проигрывает предыдущим? Тоже вот прямоват постав, особенно в стойке, вот примит, нет этой рычага. Хотя для собак квадратного формата, а лайка это или квадратного, или приближенно почти квадратному формату, всегда вот эта прямозадость присутствует. Это не только для лайка, и для других пород, пожалуйста. Та же особенность — голова прекрасная, параллели хорошие, конечностей. Вот тоже прямоватые скакательные суставы, незначительная высокозадость, видите, вот при стойке. Вот если бы у него была саблистость больше, то вот этой бы высокозадости не было, вот этой. А так он, получается, поясницу прямит, и за ним, за поясницей сразу круп выходит на параллели, а он, круп должен немножко скошен быть для породы. А так все хорошо. Ну вот, при стойке, еще для этой группы, для средней, если там 2 года, тоже есть и мышечная несформированность. Вот он стоит вот так вот, напрягается, и у него получается, что как будто он туда вот проваливаются плечики. Так нормально, все. Тоже высокопородный кобель, немножко сыроваты уголки губ. Прекрасная голова. Немножко выражен подрыв, чуть-чуть вот заметно. И та же вот эта незначительная высокозадость. А так все нормально, костяк развит. Вот. Шерстный покров, муфта есть, холка есть. Тоже
половой диморфизм. Все. Вот этот кобель тоже отлично. Та же самая картина, высокозадость, стадия разлиньки, прекрасная голова. Вот. И при ходьбе он немножко повиливает задом, вот, слабит спинку. Вот все. Лапы все, лапы у всех в комке. Все прекрасны. Было у нас сомнение по поводу этого кобеля. Тяжеловата голова у него. Но он 57 сантиметров на сантиметр не дорос до 58 до предела. Вот. На первый взгляд у него грубая голова. Но голова это пропорционально его телосложению, пропорционально костяку. Вот. Поэтому он получает отлично. Мощный кобель, конечно. Все, хорошо поставлено ухо. Ну, вот широковатая черепная коробка. Морда чуть короче за черепной коробки. Глаз хороший, посажен нормально. Все. Вот эта группа вся получила. Это тоже высокая оценка. Оценка очень хорошо. Эта оценка допускает кобелей к производителям, сук, допустим, для вязки. Здесь вопрос: хороший костяк, хорошо одет, но чем этот кобель проигрывает в оценке? У него светло-карий. Для породы это не комиссией принято, не мной лично. Для породы русско-европейская лайка глаз только темно-карий. Ну, так написано. Чуть-чуть сыровата губка. Поднимите, пожалуйста, чтобы собачка стояла. Одет неплохо, движения неплохие, рычаги, костяк хороший. Ну, чуть вот слабит это при стойке. Так. Все у этого кобеля было бы прекрасно, получил он отлично. Но у него куполок, вот голова, чем он и проигрывает. Вот. И тот же светлый карий глаз. А так все сложен хорошо. Колодка прекрасная, типичная, рычаги. Ну вот то же самое, глаз светло-карий, так неплохой, ниже среднего роста кобель. Но примит рычаги, чуть распущена лапка. Ну, по поводу лапы тут можно и так. Если рабочая особь, все-таки ходивший там по мерзлой земле, комочек этот не сохранишь, лапы будут все равно разбиты. У него вот низкопередость за счет вот спрямленных рычагов задних и светловатый глаз, вот светлый карий. Так бы, если бы глаз этот, неплохой кобель, но он трусливый. Не знаю почему. Снимать с ринга тоже, как там делают служебники, я думаю, до этого мы еще не дошли. Он получает за такую трусливую сниженную оценку. Так он все, ну, немножко сближены скакательные суставы. Но дело в том, что они сближены потому, что он вот боится, и он скукоживается, и получается у него все. Вот. Неплохой костяк, но у него простая голова для породы. На выходе глазок. На выкате и тоже светло-карий. Вот. Остальное все бы в норме, если бы не это. И холка есть, и рычаг есть, и высокопередость. Ну, простая голова, скулки не хватает. Излишне растянут. У него прямая спина, прямая поясница и прямой круп. Вот это. Тоже низкопередость при ходьбе. А так он неплохой, стадия разлиньки. Вот. Вот смотрите, как он стоит. Этот кобель, он более в сучьих ладах. Вот у него и тоже вот это боязливое поведение. Ну, очхор получил. Вот, глазок на выкате. Он более к сучке. То есть не хватает той мощи кобелины, я говорю. Так, да. Да, вот, мощный кобель. Вот, если по мощи, вот там я вам говорил, отличник последний бы. Ну, у него голова нетипичная для породы. Ближе к западносибирской лайке. У него отсутствие скулы. Пусть оно не такое ярко выраженное, но бедной нет. Тем более для такой мощи. Дело в том, что еще есть момент такой, жевательная мышца. Вот,
как у западносибирской лайки, говорят, что, мол, скула. Скула-то она вот где. А там жевательные мышцы. Если щенка с костями, так у него будет вот тоже. Уважаемые зрители, уважаемые участники, закончена экспертиза ринга СУК старшей возрастной группы русско-европейской лайки. В ринге представлено 8 собак. Из 8 первые 6 получают высшую экстерьерную оценку «отлично», 2 последние оценку «очень хорошо». Достаточно ровный породный ринг. Все собаки высокопородные, но вместе с тем ни одной блеской собаки здесь не выделю. Ей могла быть первая собака, да, почему она у нас и ходит первая, с превосходной породной головой, среднего роста, слегка растянутого формата, прекрасный шерстный покров. Но вот ее недостаток на сегодня возрастной и простительный, это она собака загружена. Но тем не менее, все-таки можно так сказать, что собака блещет своей породностью и является очень ярким представителем русско-европейской лайки. Собака идет по кровям Бима Носова, имеет такой вот, как бы у них на выставке они очень часто, эти собаки, закладывают уши, она, ну вот, не показывает себя. Вот, когда насторожит уши, конечно, впечатление совсем уже другое по голове, но сразу можно сказать, что очень чистые. В общем, вот голова, наверное, это у этой собаки близка к идеалу, то, что мы всегда хотим от русско-европейской лайки. Достаточно голова клинообразная, с достаточно широкой затылочной частью, длина морды несколько короче длины черепной коробки, очень хорошие пропорции, прекрасно выражены скулы, хороший темно-карий глаз. Следующая собака. Эта собака на сегодня в тех выставочных кондициях, которые, в общем-то, как и следующая за ней, которые должны у собаки быть. Высокопородная собака, в общем-то, хорошего среднего роста, слегка растянута. По голове она уступает несколько первой собаке. Желательно более чистые линии головы. Чуть рисковат у нее переход от лба к морде за счет чуть-чуть переразвитых надбровных дуг. И крупновато ухо. Следующая собака, она ближе к нижнему пределу стандартного роста. Очень хорошие сбитые с ложки. И основной ее недостаток – это переразвитые надбровные дуги. Это более выражено, чем у второй собаки. Глаз у нее карий, очень хорошие линии пропорции головы. Следующая собака тоже очень хорошей выставочной форме, среднего роста, тоже достаточно сбитой с ложки, более выражены скулы и чуть-чуть буквально эта собака немножко высоко зада. Также оценка отлично. Здесь вот эти две собаки, мы их долго во время расстановки меняли местами, но все-таки пришли к тому, что вот эта собака должна стоять впереди. Они схожи,
Но вот эта собака среднего роста и формата, это собака крупная, но с очень хорошей породной головой. Вот, для своего, для, конечно, наивно полагать, что у крупной собаки будет точеная чистая головка, как у собаки среднего или маленького роста. Но вот обе эти собаки достаточно породные, они очень плохо себя показывали в ринге, это тоже постоянно закладывало уши. Здесь собака это горбилась при ходьбе. И, в общем-то, на последних минутах собака стала более бодро ходить. Вот остановились на этой расстановке. Обе собаки более растянутого формата и уступают по голове, по формам и пропорциям головы немножко предыдущим собакам. Но вот и у обоих чуть-чуть желательно хотелось бы, чтобы вот губа была суше. Последние две собаки. Здесь, вот, покажите ее, пожалуйста. Очень робкого поведения собака с прекрасной породной головой. У нее недостаток по окрасу, краб на лапах. Собака несколько растянута и очень скошен круп. И еще все свое пребывание на рынке собака ни разу не подняла хвост. К сожалению, вот в основном, то есть все-таки критично получилось на сегодня у него оценка очхор. Это все-таки из-за вот этого робкого поведения, что собака не смогла себя раскрыть. Так, пограничная собака. При хорошем поведении я считаю, что она вполне может получить оценку отлично. Ну, вот из основных недостатков это очень скошенный круп и краб на передних лапах. Глаз у нее карий. И здесь собака, она после линьки, вот у нее практически только подшерсток, еще не набрал своей силы остевой волос. Ну вот, и вот это все обнажает, в общем-то, ее недостатки. Собака достаточно растянутого формата, немножко вздернута на ногах. Голова, сама вся голова желательно чуть узковато, вот этой вот ширины затылочной части немножко не хватает. Недостаточно выражены скулы, крупноватые уши. Возможно, что собака в своей хорошей одежде будет уже выглядеть по-другому. Баллов, первый племенной класс и приз за первое место в первом племенном классе. Спасибо. Чемпион выставки, диплом. Медаль большая, золотая, медаль чемпиона, два пункта за элиту и чемпион выставки. Ринг представлен семью кобелями. Из них высшую оценку отлично получают 4 кобеля, и 3 кобеля получают тоже высокую оценку, очень хорошо. Но они в данный момент не вписываются в самую высшую оценку. Это яркий представитель породы, прекрасная голова, правильных линий, глаз темно-карий, поставлен правильно, уши хорошо поставлены. Пропорционально сложен, костяк развит, движения свободные, спина прямая, поясница с небольшой напруженкой, круп
слегка скошен. Постав конечностей правильный. Ну, он немножко, когда подносит передние ноги вперед, то слегка у него спрямляется рычаг. А так у него все как положено для соответствует породе. Передние конечности прекрасные. Грудь спущена до локотков. Лапы в комке. Шерстный покров, начальная стадия разлиньки. Вот. Сухого, крепкого типа конституции. Второй кобель. Он уступает первому. У него немножко грудь бычкообразнее, чем у того. Незначительный подвес. Ну, это одежда его. Прекрасная голова. Конечно, портит вот это у него, создает горбинку. Но это нанесенная недавно травма. Естественно, у собаки небольшая опухоль. Вот. Ну, слегка загружен. И вот у него грудь несколько шире, чем у первой собаки, у первого кобеля. Ну, практически вот они почти однотипные. У этого даже шикарней смотрится вот эта муфта, баки. Вот. Ну, тоже начальная стадия разлиньки. Немножко прямоватые скакательные суставы. Высокопородная голова, видны скулы. Глаз темно-карий, параллельно морда черепной коробки, переход плавный, ну, слегка выраженные надбровные дуги. Вот, лапы в комке, движение свободное. Вот этот кобель у нас попадал под сомнение, поскольку он вполне в полнейшей разлиньке. Скула у него есть, вот это баки, ну это разлинька, собака попала в этот момент выставочная. Зарубать собаку за то, что она разделась, она видна, вот, подержите, пожалуйста, вот она видна, что она лезет кудлатая. Вот. А так он прекрасно сложенный, координация хорошая, костяк развит, квадратного формата, ухо подвижное, голова высокопородная, темный глаз, довольно спокойный кобель, уравновешенный, лапа в идеальном комке, рычаг хороший. Ну вот эта разлинька все портит. Прекрасная голова, но кроме головы у собаки есть еще другие стати, которые иногда вырубают тот породный признак голову. Он излишне растянут, низкопередый. У него плечи лопаточный сустав, вот, и он опускает грудь, и зад идет у него на одной линии спина, поясница и круп. Вот. Все. Эти два кобеля, они, во-первых, грубой с ложки, грубого костяка для породы русской европейской лайки, и они не выставочной кондиции. Вы абсолютно не подготовлены. Они загружены. У них переразвита подкожная жировая клетчатка. То есть не подготовлены. Братцы, надо готовить собаку. Вот. Но эта оценка тоже высокая, очень хорошо. И она не мешает быть производителем. Я всех вас поздравляю, что вы дома сегодня не сидели, а на улице в такую погоду. Дай бог нам, чтобы каждый год выставка в такую погоду была, без дождя, без снега. Необычная ситуация. Значит, нас опять было порядка 50 собак. Это здорово. И, наверное, это ни от кого не зависит, кроме от нас самих. Давайте собираться, потому что интересно было посмотреть, приятно. И зарядились мы энергией на целый год.
Значит, хочется сказать огромное спасибо компании «Левша» за то, что она в этом году поддержала русско-европейскую лайку в очередной раз, предоставила призы во всех основных номинациях. Поэтому в «Левше» нас всегда ждут. Значит, мы награждаем следующие номинации. Начинаем с номинации официальных. Первое место в ринге. Значит, компания «Левша» награждает победителя в ринге сертификатом на 2000 рублей, который можно использовать, покупая товары «Левше». Алмаз, но начал почему-то алмаз Никитенко. Алмаз, дай лапку, лапку дай. На тебе сертификатик. Кобели, первое место в ринге Гурков. Кобель? Как зовут Кобеля? Карай. Карай Гуркова. И первое место в ринге в младшей группе Вельт Петрик. Сережа. Слушай, кличка Вельт из Ош Пармы. Ну, да. Откуда же еще? Конечно. Так, значит, суки, младшая группа. Сильва Богданова. Серега, ну где-то бежит на самом деле. Володь. А это не голосование, это первое место в ринге. Я имею в виду, я за нее. Это ты для него сейчас на камеру говоришь? Мы передадим. Тюрин голосовал за Богданова. Все передайте Богданову. Средняя группа. Белка Кирьяк. За первое место в ринге, вы просто не слышали, компания «Левша», сертификат на 2000 рублей. Спасибо. Старшая группа. Рох Матюрин. Поздравляю, Володь. Значит, дальше, значит. Чемпион породы на выставке «Кобель». Значит, награждается вот таким ножом рабочим. Ну, а чемпион и должен добывать, а хозяин должен разделывать. Не поверите, в кабине кобелей. Лишак, владелец Тюрин. Какая неожиданность, Вова. Добавьте, что с оценкой очень хорошо. С оценкой очень хорошо. Добавил. Такой же приз. Чемпион породы на выставке. Сука. Жиганка Гуркова. Поздравляю, Игорь. Да. Так. Переходим теперь к следующей номинации. Первое место по бонитировке в средней группе. Кобель. Награждается чудесным набором. Дуди и свисти называется. Фляжка и духовой манок на утку. Каплан Пехтерев. Я уже представил, как он на утку охотится. Первое место по бонитировке в средней группе. Сука. Ваня Пехтерева в два свистка. Два свистка и две фляги. Я приеду к тебе в гости. Мы всегда голосуем за собаку, которая нам понравилась. Все-таки выбираем владельца. Поэтому как голосуют. Вот честное слово, я подбивал, да, вот за всех собак так или иначе кто-то проголосовал. Но Вельт безоговорочно, Сереж, 4 голоса. А голосование еще раз состоится, Паша, между Стрелкой и Тикой. Вот как получилось по 4 голоса. Стрелка чья? Чья Стрелка? Вот, Коромыслова. Орел. Коромыслова выбирает Орел. Снимайте. Вот, Паша. Паша. Или в любви сегодня повезет, или в охоте однозначно. Так, приз памяти Ивана Ефимова. Это трудная для всех нас, но традиция, как бы, и мы вручаем, если все помнят, этот приз суке, имеющей наивысший диплом по медведю в одиночку. В этом году, кстати, по-моему, как и в прошлом, обладателем приза стала собака, принадлежащая Пехтереву Сергею Анатольевичу. Ну, я думаю, что Ваня был бы рад, Серёж. Давайте. Давайте не забывать нашего товарища. Тебе опять фляжки. У тебя этих фляжек уже 3. Приз от наших дорогих друзей, приезжающих регулярно на выставку, от новгородских заводчиков русско-европейской лайки, ну, Николай из Боровичей. Приз плед. Замечательный теплый плед. В межсезонье может пригодиться, как бы, или после охоты. Николай, ваш выбор вам вручать, вам обосновывать. Спасибо.
Спасибо, Новгородцеву, спасибо. Значит, приз хранителя породы русско-европейской лайки в Санкт-Петербурге, эксперта первой категории Иванова Игоря Валентиновича. Игорь Валентинович, ваш выбор, ваше решение, а призом является бинокль. Ну, я думаю, что такой бинокль как раз хорош будет для ходовой охоты на пушнину. А это вам решать, кому его подождать. Ребята, значит, ну, так как я у человека не молодой и пожилой, и, как вы говорите, хранитель породы, значит, поэтому, как порода русско-европейских раек всю жизнь была, и особенно раньше, это собака, которая работает по пушнине, поэтому я хочу отдать свой голос, свою возможность вручить приз самой молодой собаке, которая была у нас сегодня на выставке и имеет диплом третьей степени по белке, то есть по пушнине, по классической пушнине, Кирику, белке Кирику. Друзья, собственно говоря, подарки на этом закончились. Наверное, так же, как и наше замечательное мероприятие. Давайте к следующему году еще раз все соберемся, позовем всех новых владельцев, которых мы передадим в руки щенков, привезем своих возмужавших собак. Еще раз спасибо огромное нашему спонсору, компании «Левше». Они нас поддержали, за что им огромное спасибо. Всем спасибо. Ну, теперь выставка точно закрыта.